2024 год для Актюбинской области стал годом активного развития предпринимательства. И региональная палата предпринимателей «Атамикен» сыграла ключевую роль в защите интересов местных бизнесменов, создавая условия для их успешного роста и развития. В результате плодотворной работы восстановлены имущественные права 20 предпринимателей на сумму 1,5 миллиарда тенге. Совет по защите прав предпринимателей провел 9 заседаний, на которых рассмотрел 17 вопросов, из которых 16 были решены положительно, включая проблему обеспечения водой кемпинга в Атикибийском районе. Также положительно решен вопрос по коллективному обращению индивидуальных предпринимателей в сфере уличной торговли. Согласно заседанию совета, прокуратурой были восстановлены нарушенные права предпринимателей по рекомендации совета. Это защищенные права ТО «Ореол» на незаконные действия жилищно-коммунального хозяйства города Актобе. И по результатам был к административной ответственности привлечен исполняющий обязанности начальника отдела за аннулирование разрешения на строительство моста коммерческому объекту. Это статья 173 Кодекса об административных правонарушениях. Незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность. Также в Актюбинской области создан инвестиционный штаб, который координирует реализацию проектов и защищает права бизнесменов, желающих вложиться в экономику региона. Подписан меморандум о реализации зеленого коридора, упрощающего процедуру для инвесторов. На сегодняшний день успешно реализованы и решены проблемы 20 инвесторов. Это здесь вложение порядка 290 миллиардов тенге. Вот это среди них такие компании, как Зерде Керамика и Кунколь. Вот в рамках личного приема у нас на постоянной основе проводится прокурором области. Личный прием предпринимателей было проведено 8 мероприятий на площадке «Атамикена». Из 24 поступивших обращений 18 было решено положительно, по остальным даны разъяснения. Такая же работа проводится с департаментом экономических расследований. Палата предпринимателей активно участвует в реализации проекта АО «Аманате». Разработан алгоритм сопровождения участников, начиная с консультации и заканчивая организацией сбыта продукции. Совместно с СПК «Актобе» создан упрощенный шаблон бизнес-плана, что позволяет участникам самостоятельно его разрабатывать. На сегодняшний день зафиксировано 1954 консультации, разработано 313 бизнес-планов, оказано юридическое сопровождение для открытия бизнеса 260 индивидуальным предпринимателям. Также хотелось бы отметить, что сформирован пул активных успешных предпринимателей, реализующих микропроекты на селе и которые готовы поделиться своим опытом. То есть это такая своеобразная кооперация между бизнесом, который помогает новым начинающим предпринимателям успешно либо эффективно открыть свой бизнес. Кроме того, палатой проводится анализ потребностей в кадрах через сайт ембек.кз, в котором участвуют 3000 предприятий Актюбинской области. В этом году 734 работодателя сообщили о необходимости в 7500 новых сотрудников. Нехватка кадров особенно ощущается в сферах услуг, обрабатывающей промышленности и образования. Результаты опроса были направлены в ответственные ведомства, после чего было проведено перераспределение на специальности с повышенной потребностью. Региональная палата «Атамикен» будет продолжать работу по созданию более благоприятных условий для бизнеса в регионе, в том числе развитию инфраструктуры для предпринимателей. Динара Абдуалиева, Азамат Сауханов, телеканал «Актобе».